добрый вечер. Признайтесь нам прямо. Вас, наверное, тот факт удивил, что в программе сегодня не драма, не трагедия, а водевиль. Все же мы водевиль вам представим, не боясь легкомысленных тем. Умный глупым за вечер не станет, а дурак не рискует ничем. Мы забыли водевили, водевили давних лет, где в изящном легком стиле развлекались и шутили, где был танец и куплет. Кого мы сегодня играли, не имеют, как это ни жаль, никакой абсолютно морали. Может, в этом и скрыта мораль. Ну, а ежели критик капризный скажет, копья ломали вы зря, не встречал я подобного в жизни. Возражать мы не будем, друзья. Это было в водевиле, водевиле давних лет, где в изящном легком стиле развлекались и шутили, где был танец и куплет. Где был танец и куплет.